В Москве по 27 адресам появились камеры фото-видеофиксации. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. Центр организации дорожного движения в своем твиттере сообщает, что в Москве по 27 новым адресам появились камеры фото-видеофиксации. Отмечается, что многие из них были установлены по предложениям горожан. Также в Центре организации дорожного движения ждут резкого повышения водительской сознательности и порядка на дороге. Ознакомиться с полным списком камер в городе можно на сайте Мострранспорта, а также на нашем сайте. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!